блядь, докатился, блядь. Опять у меня этот Samsung ебаный, качество все будет плохое. Не знаю до какого момента. Отдал свой iPhone, единственный, блядь, с нормальной камерой. Одному типу, блядь, сделать. Он мне его сделал и наебнул другую часть, блядь, телефона. Какой-то хуй контроллер ебаный. Вот, так что пока опять вернемся к хуевому качеству. Знаешь, сейчас сделали магнит, блядь. Снимать это я не стал, потому что это мало кому интересно, вот. В общем, работаю. Как последний раб. Вот. Сейчас поедем в другой город еще, то есть по городам гоняем, блядь. Работаем, магниты, пятерочки, всякое-всякое там. Холодильники, полочки, плиточки, все это делается. Вот. Ну, хоть долги убавляются, ладно. Маленечко уходят потихонечку. Вот. Пока будет такое ебучее качество, конечно. Но я постараюсь как можно быстрее это все исправить. Вернуть свой iPhone, блядь. И что-то там беда-бедой прям. Че, ну хочу попробовать замутить стрим по казино. Казино охота так баблишек поднять, да. Да вам показать, чтобы нет. Вы мне уж напишите через, вы реально там бабок каких-нибудь поднять или нет. Но я все равно для вас сделаю уже. Только единственная загвоздка в чем? Ни денег, блядь, ни камеры, ни вебки, нихуя нет. Погода. Погода у нас хуета. Снег, блядь, сегодня 25-е, что ли? Какой сегодня? 26-е, 25-е сегодня. Снег валит, блядь, из всех щелей в этом ебаном Южном Урале. У нас тут гора близко за Яликом, вы знаете, такой. Уже вся в снегу, там кататься можно, блядь, на ней. Кто бы мог подумать, да, так в сентябре-то в конце. Ёбаная погода, блядь. Полгода зима, нахуй, один месяц лето, блядь. Все остальное дождина. Ну ладно, хоть отдохнуть успел. А отдыхал где, блядь? Конечно же, на речке. Потому что у нас, у нищих, блядь, нету денег на нормальный отдых. Плюс ко всему долги, блядь. Чё я вот? В августе, получается, устроился. Отработал 3 дня, мне 2700 дали. На, говорит, живи, ебать. Выживай как хочешь, нахуй. Вот, сейчас не знаю, уже этот месяц там тупо ходит, конечно, долго я видос не снимал. Вот. Связано это было с проблемами с моими, с телефоном, блядь. Ну, думал, что нахуй надо, да, в плохом качестве опять снимать, это неинтересно, это, блядь, ну, все это хуета. А что делать, блядь, видос-то надо сделать. Не знаю, у меня уж подписчиков там 7 штук, блядь, целых, или 8, что надо же для них что-то делать, снимать. Сейчас, может, думаю, как... Будет денег побольше, заплатить мне в октябре, может стрим-то проведу, поболее людей-то набежит, надеюсь. А так по чесноку думал, блядь, 1000 просмотров, как нехуй делать, блядь, набрать, вообще похуй. Нихуя не так, ребятушки, так что кто начал что-то делать, блядь, свое там, это вы сразу-то, блядь, не думаете, что у вас все так легко, быстро все получится, я сам так думал. Да и, в принципе, и сейчас так думаю, потому что, может, у меня контент такой неинтересный, что я на камеру съёбываю. А с другой стороны, контентом любой интересный. Так что, как сказали по радио, блядь, если нет денег, подключайте камеру, нахуй. И шоу по выживанию началось, блядь. В принципе, что я и сделал. Собрал металл, значит, блядь. А значит, не могу никак. Надо за инет заплатить, кредит один заплатить, второй заплатить, то есть третий. Второй, блядь. Но кредитная карта-то ебаная платиться, видимо, не будет, блядь, еще долго, потому что, блядь, оборвали мне весь стабильный доход, блядь, этот ебаный элерон, который нихуя не платят, блядь. Вот, ну сейчас устроился, не знаю, вот работаем эти магниты, пятерочки, там монетки Дикси с пары, всякая вот эта хуйня, ну, блядь, обещали много, нахуй, для нашего региона, города, там, Уральского округа этого, блядь. Целых, блядь, 30 тысяч, ну, блядь, не знаю, в октябре что я получу. Тут же, блядь, штрафуют за всякую хуйню. Заявки, у нас есть заявки, они просрачиваются. За эту хуйню, блядь, ебать. Сука. Вот. Ну, больше в моей жизни нихуя интересного не происходит, блядь. Так что следите за мной, может быть, когда-то что-то произойдет. Бля, ну постримить так охота, я не буду, казино покрутить. Можно просто казино покрутить без стрима, ну тогда это, блядь, знаешь, что будет, блядь, просто вот это вот. Ну покрутил для тебя и хуй с ним, выиграл, не выиграл. А тут, знаешь, людям-то интересно все равно, блядь, смотреть. Как ты проебываешь последние деньги, блядь.
Ну да ладно, давай, блядь, увидимся с тобой нахуй завтра, блядь. Надеюсь. Надеюсь, до завтра. Может, что сегодня поснимаю, может, не поснимаю. Не знаю, я, блядь, не могу на эту хуёвую камеру снимать. Слушай, а может такую хуйню, типа, написать твой адрес, блядь, городской, нахуй, своего, блядь, своей квартиры, блядь. И типа, знаешь, на этот, на обзорчике, блядь, подарочки высылают там всякие, ну, я знаю, блогерам там. Может, камеру, блядь, вышлют на обзор, ну какой нахуй, там с 8 подписчиками, даже, блядь, не 1000, а просто 8 подписчиков. Не 80, 8, ровно 8, блядь, на пальцах можно писать. Так что, блядь, давай, нахуй, подписывайся, пожалуйста, хули ты тебе, чё? Тебе не сложно, а мне, блядь, ну... Какой, блядь, мне, блядь, будет просто охуенно радость.